Во вторник в Самарской области пасмурно и дождливо, сохранится прохладная погода. Температура воздуха в дневное время плюс 10, плюс 12, ночью 4-6 выше 0. Ветер северный, северо-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 11, ночью плюс 5, северо-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем 11 с плюсом, ночью 6 выше 0, северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 4, северо-западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.